Подали мяч с углового в центр штрафного. Мяч в сетке. Первый гол в матче. Уверенно играет вратарь. Идет мяч в штрафную. Этим голом они сравнивают счет. Таким ударом его не пробить. И справляется вратарь с этим ударом. Бьет поворотом. И на месте голкипер. Вот он гол. Может он сравнять счет? Классно играет вратарь. Хорошо, он вперед идет. Гол! Сравняли они. Подали мяч с углового в центр штрафного. Мяч в сетке. Первый гол в матче. Вот он гол. Есть партнеры в атаке с ним. Можно забивать. Вратарь справляется с ударом, но мяч в игре. Есть гол. Даже такая игра вратаря не смогла спасти команду от пропущенного мяча. Он накручивает соперников одного за другим. Этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. Виталий Буяльский. И это просто шедевр. Мяч летит в центр штрафной. И мяч в сетке. И надо забить еще один. Время еще есть. Побюсила. Вот это да. Кто бы мог подумать, что им удастся сравнять счет.